Благотворительный огород разбили на подоконнике сестры из Челябинска. Девочки выращивают рассаду и продают по сниженной цене пожилым людям. Вырученные средства жертвуют постояльцам детского хосписа и бездомным. Альмена и Орлана любят рисовать, увлекаются цирковой акробатикой, помогают маме по хозяйству. Недавно нашли для себя новое увлечение – выращивают растения. Сестры – начинающие садоводы, любимые цветы – фиалки. Также в их небольшом огороде есть острый чилийский перец и авокадо. Семилетняя Альмена мечтает о полноценном участке. Там будет помидорчики, лук, огурцы, много чего. В свободное время сестры выкладывают посты в социальную сеть, рассказывают, как заниматься цветоводством в домашних условиях. Сажаем цветочки, вот таким видео. Мы сейчас вам покажем, но сейчас мы еще покажем. У нас есть острые перцы, помидоры, цветы. И сейчас я вам покажу, как сажать. У Альмены серьезные проблемы со здоровьем. У девочки эпилепсия. Мама Валентина рассказывает, дочка часто теряет сознание. При этом деньги на обследование Альмена решила зарабатывать самостоятельно. Резко было у нее как бы ухудшение здоровья, у нее как бы эпилепсия. И она говорит, я думаю, блин, что делать? В общем, в замешательстве таком была, думаю, можешь волонтеров попросить. На что мне ребенок сказал. Мама, я говорю, я не попрошайка, давай выращивать рассаду, там валенки катать. Но девочки не забывают и о других. Покупают средства гигиены для бездомных и игрушки для детского хосписа.